Меня зовут Даниил. Меня зовут Алмаз. Мы из средней школы номер 135. Мы учимся в одном классе, 7 Б. Я занимаюсь спортом, я хожу на плавание и скалолазание. В свободное время иногда бывает такое, то, что захожу на робототехнику, делаю подобные вещи и с хорошим настроением ухожу домой. Мы занимаемся робототехникой в нашей школе, у нас есть отдельный кабинет для этого. Робототехника – это, скорее всего, не то, что модно, это сейчас будущее за роботами, будущее, то есть это нужно развивать эту науку. Сегодня мы представляем телескоп, который по программе сам изначально приходит к координатам осей 0,0, то есть по вертикали и по горизонтали. А дальше мы можем указывать градусные меры, и он по этим градусным мерам будет выставляться, и можно будет смотреть. Так как Земля вращается, за этим вращением он сам подстраивается под координаты эти. Для начала мы берем блок ЕО-3 и включаем его. Сейчас он приходит в положение, когда телескоп становится параллельным с осями, то есть x 0 и y тоже 0. После этого можно выбрать вначале координату x в градусных мерах, а потом координату y. Но телескоп еще медленно это делает. Вот в чем его небольшая проблема. Он состоит, в принципе, из ПВХ-трубы. Некоторые детали, как вот это, распечатаны на 3D-принтере. А основная часть из него состоит на конструкторе Mindstorm EVO-3 из Lego. С помощью него можно сделать более продвинутую и умную модель, то есть которая будет не просто по программе и градусам, а которая именно будет по назначению какой-либо звезды, допустим, и находить ее в космосе. Мне кажется, этот телескоп подойдет ученым, которые следят за изучением звезд и других планет. Робототехника, так же, как и космос, это будущее. Оно неизведано и активно продвигается. Еще с помощью робототехники это намного легче сделать, воплотить в жизнь. Я буду поступать на аэрокосмический институт, да, получается. Я еще не определился с выбором своего будущего, но не исключаю, что это будет связано с робототехникой. Я желаю всем дальнейшего прогресса, развития их идей, перехода с конструктора на уже более технологичное производство. Нам я желаю больше уделять времени, прогрессировать в этом, участвовать в различных конкурсах, ну и просто собираться чаще вместе и придумывать подобные вещи.